шампань, провинцию, направляется, отходит там в Прогов-Багриев с ознакомительной поездкой. Проводит там несколько дней. Ну, что уж там. Как все произошло, история умалчивает, но его сотрудники рассказывают нам, что уже, сходя с поезда Брест-Москва, Париж-Москва не было, поезда до Бреста ходили, там пересаживались. Вот, на Белорусском вокзале Антон Михайлович сжимал в своем кармане пиджака ампулу с этим замечательным грибком, с этой шампанской плесенью. Ну,